Жители Магадана задают вопрос, как они оценивают работу полиции региона. Опрос проходит на официальном сайте УМВД России по Магаданской области. По словам сотрудников ведомства, так они определят, насколько калмычане довольны работой органов внутренних дел региона. С целью получения информации, отражающей мнение населения о деятельности полиции, в период с 20 октября по 20 ноября на территории Магаданской области проводится мониторинг общественного мнения. Респондентам предлагается оценить работу органов внутренних дел региона и ответить на 6 вопросов в анкете, размещенной в виде баннера «Общественное мнение» на главной странице сайта 49.мвд.рф. Социальный опрос проводят анонимно. Жители Колымы могут оценить качество работы сотрудников полиции и уровень защищенности от преступности. Также магаданцы поймут, доверяют ли они сотрудникам полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности.